педагогическом колледже имени Мухтара Уэзова состоялась встреча с председателем Аксуатского районного маслихата, членом партии Аманат Жандосом Уразгалиевым на тему «Национальная позиция и характер вчера и сегодня». Во встрече приняли участие студенты педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова и других учебных заведений города. Большинство участников встречи были представители мужского пола, так как в ходе мероприятия были затронуты вопросы отцовства, пути формирования у мальчиков чувства патриотизма. Деятельность представителей «Алаш» для казахов, идеология, которую они сохранили и передали потомкам, оказывает положительное влияние. Наша цель – пропаганда национальных ценностей подрастающему поколению. Быть полезным для общества, служить народу. Об этом мы говорили на сегодняшней встрече. Жандос Уразгалиев ответил на вопросы студентов, поделился мнением о трудолюбии и выборе профессии. На встрече были подняты такие вопросы, как патриотизм, нравственность, жизненные ценности, а также служба в армии. Молодые люди высказали свое мнение. Молодежь должна понимать особенности национального характера. Он формируется в институте семьи и школы. Директор педагогического колледжа имени Мухтара Ауэзова Шагангуль Жанаева отметила, что встреча очень познавательна для молодежи. Частое проведение таких мероприятий мотивирует молодежь и способствует принятию образцов для подражания. Я считаю, прошла очень занимательная встреча. Их необходимо организовывать больше именно с молодежью. Это важно в воспитании. Важно формировать у них чувство патриотизма, ведь молодые люди в будущем должны исполнить свой гражданский долг перед страной. Педагогический колледж имени Мухтара Ауэзова воспитывает будущих педагогов не только как профессионалов своего дела, но и как настоящих патриотов страны. Подобные встречи в учебном заведении будут продолжены в дальнейшем. Малика Мухтарова, Султан Жоламанов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».